Да, привет еще раз. Ну, трудно как бы пенять на погоду, она офигенная, но у меня просто получается под лобовым стеклом телефон, солнце греет, он нагревается и автоматически отключается. Ну, как бы у него такая защита стоит, получается. Вот. Получается такая защита у него, я с этим ничего сделать не могу. Да, но погода просто офигенная, что ты скажешь? Да. Да и потом, как бы, может быть и правильно, что оно так и произошло, это, знаете, знак свыше. Правда, я очень начал по этому поводу, как бы, ну, по поводу драки и избиения этого парня разошелся. Вот. Правильно, может быть, не надо так много говорить об этом, всем все понятно. Всем все понятно. Вот. Да. Хорошего дня. Спасибо. Да, я думаю, что это, наверное, всем лучше пожелать. Так будет, как бы. Богдашка нормально, Богдашка. Богдашка хорошо. Каникулы еще. Балдеет, короче. Очень хотел пойти в кино, но я его убедил в том, что мы успеем это сделать. В любом случае, каникулы еще не заканчиваются. Да. Я завтра уеду, просто у меня не будет 2 дня. Поэтому решил сделать сегодня эфирчик для того, чтобы, ну, как-то так. Да. Хорошего настроения, да. Ну, у меня хорошее настроение. Я повторюсь, что сегодня день рождения Путина. Вот. Человек, которого я глубоко уважаю. И сегодня прекрасная погода. Так что настроение должно быть хорошее, да. О, Берлин. А чё, почему пишете все время «Hello from Berlin»? Нельзя написать «Здравствуйте, привет из Берлина». Чего вы все время пишете, да не могу понять. Я, кстати, обратил внимание, цены начали падать на газ. Вы обратили внимание, да, после того, как Путин... Но опять-таки, вот знаете, это вот честно вам скажу, вот все-таки трудно иногда понять Путина, да, в каких-то вещах. Потому что одно заявление только Путина вчера уронило цены на газ, по-моему, что-то долларов на 600. И я так понимаю, что сегодня еще будет дальше продолжаться снижение. Путин просто сказал, что как бы, ну, мы увеличим поставки газа, в том числе и через Украину. Вот понимаете, в чем дело? С одной стороны, это правильно. А с другой стороны, на Украине ведь это не оценят. Вот я говорю, что Украина, у них последний шанс на самом деле. Потому что такого комплекса, как у Путина по отношению к Украине, ну, понимаете, в чем дело? Вот Путин, он сентиментальный человек глубоко как бы в душе. Несмотря на то, что он там разведчик, президент, там принимает жесткие решения и так далее. Я вот понимаю, что вот своим, как бы, да, на своих он, ну, по-другому относится, чем там, грубо говоря, там гипотетическим, там противникам и так далее. Придет другой президент вместо Путина, Украине кирдык будет. Он ее в бараний рог скрутит. Это вот просто они еще не понимают, что Путин, как советский человек, да, ну, немножко ностальгирует, в том числе и по Советскому Союзу, как и я. И несмотря на то, что как бы там вытворяет там Украина, там, по отношению к России, даже не по отношению к своим гражданам, это как бы на их совести пускай лежит, а по отношению к России. Вот я бы, честно говоря, я бы давил до последнего, понимаете? Вот честно вам скажу. Вот не поймут, они же, понимаете, в чем дело? Они не поймут, они же это посчитают за слабость. Они же начнут говорить о том, что Путин испугался санкций Запада, там, Европы, там, и так далее. Они не поймут, они дебилы, понимаете? Вот, к сожалению, вот у Украины сейчас такая полоса, когда у власти, грубо говоря, дебилы. Недалекие люди, глупые, как бы, да, агрессивные, которые не в состоянии, как бы, заглядывать за горизонт событий. Путин уйдет. Вот поверьте мне, с Украиной будут совершенно другие отношения. Совершенно будут другие отношения. И тогда кому-то на Украине небо покажется с овчинкой. Это я вам серьезно говорю. Путин просто вот что называется сентиментальный человек. Вот в чем дело. Он вот в этом плане он мне немножко не нравится все-таки. Я считаю, что политических, идеологических противников нужно давить до последнего. Нужно давить до последнего. Просто вот, как говорится.
вообще внешних и внутренних врагов государства и народа надо уничтожать. Я вот в этом абсолютно... Вот я человек, который занимается историей, да, я смотрю, и я смотрю, как происходит повторение тех или иных событий исторических, только в новом, грубо говоря, таком апгрейде, да, сегодняшнем. Я вот вижу, как они повторяются. И я понимаю, где была совершена ошибка. Если бы тогда, вот в определенном периоде времени, довели бы ситуацию до точки, вот этого бы сегодня не повторялось, понимаете? Причем вот что с внутренними врагами, что с внешними. Внешних и внутренних врагов, это, понимаете, эта проблема уже будет наших детей, наших внуков, они будут решать. Я понимаю, что цепь событий не прервать, они будут, как говорится, по спирали, есть точки на спирали, которые выстраиваются в одну линию, и это происходит повторение того, что было. Оно бывает иногда более, скажем так, кровавое, с более жесткими какими-то последствиями для людей, для государств и так далее. Бывают более варианты light, но это повторение. И я понимаю, что если бы вот здесь прервали цепь событий, она бы не повторилась там спустя там 10, 20, 50, 100 лет. Есть определенная цикличность в этом заложена. В этом заложено, я серьезно говорю. Сколько Европа ходила на нас, грубо говоря, с войной и устраивала, ну, банально геноцид. Яркий пример тому Вторая мировая война, когда я озвучивал цифры, повторюсь, кто не слышал, что из 26 миллионов советских граждан, уничтоженных, ну, погибших, уничтоженных во время Великой Отечественной войны, 19 миллионов это мирные граждане. Секундочку, 19 миллионов. Казалось бы, да, армия там воюет, взрывы, снаряды, огонь и так далее. Армия всего 7 миллионов потеряла, а мирного населения 19. Из них, внимание, 4 миллиона детей в возрасте от 0 до 16 лет. Что это, как не геноцид? Это чистой воды, это Холокост. Холокост, как бы, да, то есть это не просто там какой-то евреи там подняли это все, да, и правильно, что подняли, об этом говорят. Но мы забываем, что кроме Холокоста с евреями был еще Холокост славян, о котором мы почему-то все время молчим. Я считаю, что это была ошибка. Ну ты молодец, герой. Тут аварий так много, я не могу понять, прям уже вторая авария уже на этом пути. Поэтому и пробок-то столько. Ужас какой-то, что происходит сегодня? Да, привет, Саранск, здрасте, Рязань, вижу, всем привет, да. Так что вот такие, короче, дела. И вот он говорил, что вот я бы на его месте, я бы давил бы до конца. Просто до конца давил бы. Мне пофигу, как бы было бы, честно скажу. Европу я давил бы до конца. Я бы, вот, как говорится, они сами, что называется, ну, затянули петлю на своей шее. Все эти годы они добивались того, что произошло. Все сами. Они сейчас не хотят признать свою ошибку, очевидную, вот, в том, что они неправильно поступили тогда. Они сейчас пытаются найти там виноватых, и, естественно, кто будет виноват? Ну, сегодняшний именинник будет виноват. Вот. Но я бы говорю, что я бы на его месте бы так бы не сделал. Я бы еще понаблюдал бы. Я бы вот, грубо говоря, на этой цене на газ, я бы отбил бы строительство Северного потока 2. Я бы отбил все штрафы, все, что нам там по европейским там судам там присудили, там какие-то там штрафы, пени, там еще что-то и так далее, и так далее. Я бы на вот этих ценах на газ, а поверьте мне, эти бы цены на газ держались бы до конца отопительного сезона, который еще не начался. То есть, грубо говоря, вот такая цена бы на газ бы ползла бы там за облака бы уходила как минимум до мая месяца. То есть за это время мы могли бы, грубо говоря, что называется, заработать колоссальные деньги, покрыть все свои, как говорится, убытки, но имеется в виду на уровне государства и того же там одного из крупнейших налогоплательщиков Газпрома. Мы могли бы отбить бы все, что мы потеряли. Вот все, что мы потеряли. Причем это все было бы честно в рамках контрактов, навязанных нам условий с Западом. Это было бы честно. Там мы не нарушаем ни одного пункта
ни одного пункта всех тех договоров, которые мы заключили. Ни одного. Ну, Владимир Владимирович, видать, как сказать, в день своего рождения немножко размяк, подумал и решил. Вот тут, честно, я скажу. Вот если бы не сегодня не его день рождения, я бы не простил. А так, говорится, именинник, ладно, как говорится, пускай. Да что ж такое-то происходит, друзья, товарищи? В чем дело? Товарищ Собянин. Товарищ Собянин. Опа. И что? И что ты мне сигналишь? Что я сделаю, блин? Куда, блин? Да пошел ты нахуй. Извините за выражение. Ну как, езжай, давай, что ты смотришь на меня, баран? Мигалками обвешался и, блин, несется. Причем номера как бы не служебные. Ну, в смысле, мигалка левая, абсолютно это видно. Извините, товарищи. Да, Собянин уже тут приехал, да. Это Собянин, который обещал, что с октября, там, с сентября месяца, с второй половины, не будет ни одной фуры на этом, на МКАДе. Да, я бываю резок. Я бываю резок. Не, ну правда, но он реально как бы по беспределу просто. Машина стоит, которую я не могу объехать, и он мне начинает давить на нервы. Мне плевать. Мигалка, хоть 10 мигалок, понимаете? Я сразу на номера смотрю. Если номера не как бы, ну, не цветные, а просто белые, все, мне вообще похеру. Это как бы эти машины не имеют права ездить с мигалками. А мы все одинаковые мужики за рулем, когда вот начинается вот такая вот фигня происходить. Тут даже не это. Очень резко. Да, я резкий. Я разный. А вы думали, что я белый и пушистый? Я разный. Хорошо просто, ребят, парнишка сдал один назад, пропустил меня. Нормальный человек, как говорится. Да. Да нет, я понимаю, что ничего страшного. Ну, правда, ну, как бы, реально. Мне мигалку? Зачем? Мне не нужна мигалка. Я просто, как говорится, понимаешь, в чем дело? Как... Он прекрасно видит ситуацию, что мне некуда деваться. Но я же не могу взлететь, понимаете? Потому что у меня с этой стороны машина, с этой стороны, грубо говоря, там преграда и так далее. И я не могу, и вперед я не могу проехать, потому что фура немножко смещается. Знаете, есть такие водители-дальнобойщики, которые вот сместятся, и все. И ты его не можешь объехать. То есть он едет не посередине полосы, а он едет чуть-чуть правее. И все. И ты его не можешь объехать. Ну, то есть ты реально машину поцарапаешь там и так далее. Вот. И этот человек, который сзади меня мигает, как бы сигналит и так далее, он видит безвыходность моей ситуации и давит как бы на люстру свою, чтобы она, как говорится, там громче орала. Зачем ты это делаешь? Ты в такой же, я в такой же ситуации, как и ты. Я точно так же не могу проехать. Понимаете? Но это черта просто человека, как бы характер там и так далее. Поэтому он и заслужил в свой адрес определенное выражение нецензурное. Я прошу прощения у женщин пожилого возраста. Потому что, ну, перед своей мамой я бы так никогда не выразился. Все, кто помоложе, просить прощения не буду. Отнеситесь с пониманием. Да. Привет, Казахстан, здрасте. Много дебилов на дороге, да. Ну, я вообще, честно говорю, я вообще на самом деле сдержанный. Я стараюсь юморить, на самом деле, лишний раз не сигналить. Ну, может быть, иногда там светом поморгать и так далее. Но бывают моменты, когда я реально начинаю, ну, прямо реально шалеть. Не нервничайте, вам нервы... Да. Нервные клетки восстанавливаются. Нам всю жизнь врали, что они не восстанавливаются. Восстанавливаются. А пожилые это сколько лет?
От 65. Да, да. Так что так вот. Не, ну просто деваться некуда. Ну зачем ты сигналишь? Ну я же говорю, что я не могу никуда деться. Чего ты сигналишь? Ну я же не могу взлететь и тебя пропустить. Я приколист. Все, забыли про него, да. Как говорится. Никакая мигалка не вечна. Да. Я талантливый, красивый актер? Ну, наверное, не знаю. Это же дело вкуса, в конце концов. Уф, я не пожелаю. А вы думаете, я ж сознательно, как говорится, сказал, да. Привет, Таджикистан, да. Так что вот так вот, по поводу, вернемся к теме, да. Поэтому я говорю, что вот эти цены сумасшедшие на газ, они могли бы держаться, ну, как минимум, там, до мая месяца. А учитывая, что пустые хранилища, что в Европе, да везде сейчас пустые хранилища, на самом деле, то, поверьте мне, вот такие бы цены мы могли бы с вами наблюдать там в течение там года. И реально бы, говорю, за эти деньги мы бы получили бы с того же «Газпрома» огромное количество налогов и покрыли бы все убытки моральные, там, грубо говоря, в том числе. За счет как бы это. Я считаю, что за такие вещи нужно наказывать серьезно. Серьезно наказывать. Потому что если бы у нас такое произошло, поверьте мне, такого великодушия, как проявил Владимир Владимирович Путин вчера по отношению к европейскому рынку газа и к Украине в целом, вот, мы бы от них не встретили никогда. Никогда по определению, понимаете? Мы бы здесь бы замерзали, как говорится. Каждое утро бы там сотни тысяч там людей бы не просыпались, там и детей, и стариков в своих постелях, потому что они тупо замерзли бы насмерть. Они бы для нас такого не сделали. Вторая мировая показатель очень большой того, что нас ждет. Что нас ждет? Это показатель на самом деле. Вот. Тот геноцид, который они устроили во время Второй мировой войны, они его с удовольствием повторяют. Это нужно помнить. Когда мне говорят про священную Европу, про какие-то там ценности человеческие и так далее, и так далее. Все то же самое они перед Второй мировой войной тоже нам демонстрировали. И в результате, да они еще и дорожные ремонты здесь устроили. Да ну что ж вы творите-то сегодня, люди добрые, а? Вот. Они нам продемонстрировали, вот после Второй мировой войны никогда никакой веры и никакого великодушия по отношению к Европе у нас, у русских, не должно быть. Не должно быть этих иллюзий. Не должно. Так что я говорю, что вот, если бы не день рождения Путина, я бы его не простил за это. Я считаю, что политических оппонентов и врагов надо давить до точки, до конца. Так что так. Да. Езжайте обратно. Да, выход. К сожалению, здесь так устроена дорога, что съехать куда-то получается только практически там, где я живу. Так что я кое-как доехал. Да, ну как бы ладно, я говорю, что вот, ну вот, я был расстроен, честно сказать, вот этой ситуацией. Сказал, говорю, ну блин, ну зачем? Ну зачем? Так же все хорошо было. Надо было пользоваться ситуацией до конца. До конца надо было пользоваться. Они же не оценят, понимаете? Европейцы этого не оценят, а украинцы тем более не оценят. Они уже сегодня, я еще не смотрел украинские новости, но я уже уверен, что сегодня ихние эксперты уже скажут, что Путин злякався и дав заднюю, и так далее, и так далее. Они же дебилы, они же не понимают, как бы. Они думают, что он испугался, понимаете? А он на самом деле, ну просто он сентиментальный, великодушный человек. Вот и все. Они же начнут, вот я вам клянусь, вот зуб даю, вот реально, вот если захотите, я думаю, что вот на каком-нибудь уже канале уже об этом говорят, что Путин испугался, что Украина и Европа выступят консолидированно по поводу там цен на газ и так далее, и так далее. Сейчас там же начнут же нести, там же эксперты еще те. Их даже уже слушать не надо, чтобы понимать, что они скажут. Что они скажут. Простой народ Украины оценит? Так вопрос же в том, что простому народу Украины как бы скажет их телевидение и радио.
послушайте, ну вы что думаете, как бы? Им сейчас скажут, что это очередная победа Зеленского и Украины над Россией, что Путин злякався и цены начал, там прокачку увеличил и так далее, и так далее. Им же это скажут, и народ Украины поверит. Они же верят всему. Слушайте, они 30 лет верят всему. Та жопа, которая сейчас на Украине, простите за простое русское, ну понятное слово, это же как раз потому, что они верили всему, что им говорили. Вот эти же 30 лет, итог того, что сегодня происходит на Украине, как результат, это же итог, что они верили все 30 лет тому, что им рассказывали. Что они будут иметь пенсии по 500, по 600 евро. Все будут ездить на Мерседесах. Вот, что зарплаты у них будут 3, 5, 10 тысяч евро и так далее. Они же в это верили, понимаете? То есть на сегодняшний день сейчас чукотские дети, да, которые были всегда образцом наивности, они сейчас смеются и показывают на них пальцем. Поэтому я к чему говорю, что вот не надо было этого делать. Не надо этого было делать. Чтобы как бы украинский народ как бы понял и сделал выводы определенные. Почему у них холодно, почему у них холодные батареи, почему у них горячей воды нету и так далее. Почему электричества нету, почему предприятия окончательно умерли, те, которые еще остались и тому подобное. И с Европой то же самое надо было. Я в этом вопросе абсолютно беспощадный человек, я им серьезно говорю. Ну, поверим Путину. Возможно, он что-то знает чего и понимает, чего не знаем и не понимаем мы, простые с вами, так сказать, граждане. Вот. Да. Посмотрим на ситуацию. Но я вам говорю, что никто этот шаг, как говорится, великодушный шаг навстречу, никто не оценит. Абсолютно никто. Ни в Европе, ни тем более на Украине. Там уже все понятно, понимаете, в чем дело. Так что так вот. Это, знаете, как я говорю, это называется метать бисер перед свиньями в народе. Если вот так вот описывать ситуацию, которая произошла, это метать бисер перед свиньями. Никто не заметит. Бисер втопчут, как говорится, в навоз, и все будет так же, по-прежнему. Да. Ну, как-то я выехал из этой пробки, как-то полегче прям дышать стало. Слушайте, народ наказывать. Понимаете, в чем дело? Этот народ голосовал за ту власть, которая себя сейчас, собственно говоря, позиционирует по отношению к России, к русским, к православной вере, вообще в целом, к языку и так далее. Не надо вот этого, знаете, типа народ, простой народ не виноват. Виноват. Простые украинские парни сейчас на Донбассе убивают людей, которые не согласились с госпереворотом, который произошел на Украине, понимаете? Простые русские парни из простых семей, их простые матери кричали, бились в истерике: «Не остановите войну, что вы делаете?» А кричали, бились в истерике: «Дайте нашим детям бронежилеты! Дайте нашим детям каски!» Они не кричали о том, что вы делаете. Там гибнут старики, дети, женщины и так далее. Они кричали: «Дайте нашим детям, нашим солдатикам, дайте бронежилеты!» Чтобы они дальше убивали своих граждан. Понимаете? Чтобы легче было убивать своих граждан, туда примешали граждан России и так далее. Не надо мне рассказывать про простой народ. Простой народ – это тот, кто рождает ту власть, которая сейчас находится в Украине. Все, кто сейчас на Украине от власти, они все вышли из этого простого народа. Народ несет прямую ответственность перед теми, кто у власти, и перед теми, что они делают. Понимаете, вот в чем дело. Так что вот, пожалуйста, я говорю, что, ребята, лирика, это не про меня, как для человека, который занимается историей, который интересуется политикой. Лирика для меня — это там сценарий, кино, камера, понимаете? Вот там лирика для меня, моя профессия — это лирика. В реальной жизни, поверьте мне, я очень трезво смотрящий на вещи, адекватный, довольно жесткий человек. Жесткий, справедливый человек. Как я о себе хочется думать. Во всяком случае, я стараюсь.
Поэтому не надо. Ну, тем не менее, посмотрим. Мне просто, я вот говорю, что я, если как бы какие-то поступки, там, решения, там, руководства страны, я понимаю, анализирую, и у меня есть как бы такое, да, то есть, ну, знаете как, или так, ну, можно было поступить. Сейчас я не понимаю вот этот жест Владимира Владимировича Путина, вот, не понимаю, зачем как бы он это сделал. Нужно искать, просто нужно понимать, где нам эта ситуация невыгодна, получается. Понимаете? А я смотрю, и у меня со всех сторон получается, что ситуация абсолютно выгодна для нашей страны. Попытка улучшить через это отношение с кем-то, слушайте, с нашими возможностями, как говорится, плевать мне, вот лично бы мне на его месте было бы, плевать бы мне было бы на отношения там с остальными. Реально. Меня интересует только благо моей страны, благо моего народа. Все. Мне плевать на то, что там про меня там бы думали там и так далее, и так далее. Абсолютно. Только благо страны, только безопасность страны и благо народа каждого и в отдельности. Ну, посмотрим. Мне просто интересно дальше посмотреть, что будет. Нет, пока бы мы бы не, я говорю, пока бы мы бы не отбили все экономические, финансовые потери, пока бы мы не отбили бы все моральные потери, которые мы понесли из-за санкций, из-за задержки Северного потока и так далее, и так далее. Сейчас была бы возможность все эти деньги, которые как бы, да, мы бы получили, просто-напросто, ну, вернуть. Это наши потери. Это наши потери, которые мы бы вернули. Их можно было бы вернуть, там, не знаю, там, в результате, допустим, войны. Мы могли бы просто прийти, что называется, и разграбить, грубо говоря, там, всю Европу, там, дотла. Но мы же, как бы, пока не на войне. Я считаю, что когда начинается война, то тоже я говорю, что нужно вот врагов уничтожать. Уничтожать врагов. Нельзя давать им возможность, давать им шанс переосмыслить свое поведение. История показывает, что нет. Нет. Не переосмыслят, не изменят, а дождутся ситуации, когда ударят опять. Вот и все. Так что так вот. Да. Все, друзья мои, я приехал. Простите меня за искренне, правда. Просто учитывая, что вся эта женская аудитория в основном у меня там, да, ну, разного возраста, но в подавляющем большинстве молодые, красивые, интересные женщины. Простите, пожалуйста, меня за то, что я ругнулся в прямом эфире. Вот. Ну, вы просто посмотрели еще как бы грань. Понимаете, я как граненый стакан. То есть каждая грань – это какие-то мои качества. Положительные или отрицательные и так далее. Я не ангел, но я и не бес. Вот, я нормальный, обычный человек. Со всеми недостатками, которые у меня есть. Ну и со всеми, может быть, в том числе и положительными чертами и так далее. Как говорится, кто что захочет увидеть, кто на что хочет сакцентировать внимание. Кто-то на том, что я ругаюсь матом, кто-то на том, что я там говорю, например, там какие-то там другие вещи, да, и так далее. Мне, правда, стыдно немножко, но немножко, вот. Так что и простите, я больше себе не буду позволять такого во время прямых эфиров, да. Вот. Не стакан, а алмаз. Ох, как я люблю эту, вы знаете, ничем не прикрытую лесть. Да. Все, друзья мои, простите, если кого оскорбил, высказывал свое исключительно личное мнение. Вот. И до скорой встречи. Какие-то фоточки, может быть, там с кинофестиваля. 2 дня сейчас будет у меня там завтра, послезавтра кинофестиваль в Орле. Всех орловчан ждем. Вход бесплатный. Возможность пообщаться, сфотографироваться не только со мной, но и со всеми приглашенными там актерами, которые будут. Будет возможность, всегда все будет проходить в грине, кто не знает. Не уверен, что как бы, ну, в смысле, все в курсе. Все будет в грине, и в том числе вся кинопрограмма тоже будет проходить в грине. Возможно, в рамках конкурсной программы будет показана картина «Ровесники», в которой мы снимались в прошлом году, в которой я играл одну из главных ролей. Может быть, я не знаю. Просто я в этот раз не продюсер кинофестиваля, я просто человек, который, ну, там, принимает посильное участие в том, чтобы его провести. Вот, так что вот такие дела. Вот. Да-да-да, я пример для молодежи, не выражайтесь и так далее. Я уже сказал уже на этот счет, уже все, извинился, больше, как говорится, буду стараться больше не допускать подобного. Надеюсь, этого достаточно. Давайте мы больше не будем качать эту ситуацию. Вот.
так просто получилось. Как говорится, как говорил герой Андрея Миронова, был неправ, готов искупить. Так что так вот. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Погода, я думаю, нас будет всех радовать еще долго и очень долго. Так что так вот. Я думаю, что через пару дней увидимся. Все, пока-пока, всех обнимаю. Пока.